Друзья, приветствую вас на прохождении God of War. Значит, смотрите. Так, а куда он пошел-то? Нам не в эту сторону. Или все-таки в эту? Там был поворот направо. Сейчас глянем. Подождите, поворот направо где был? Снизу или сверху, что-то я не понял. А, нет. Нет, здесь нам делать нечего. Что-то я думал, проход там. Все, выходим отсюда. Давайте ускоримся. Оп, а, нет. Тоже не сюда. Все, здесь мы все создали. Помогли ему найти. Кольцо у нас попросил найти вот этот вот ремесленник. Гном. Все, уходим отсюда. Так. Прыжок. Сюда забираемся. Да, тут мы уже были. Просто идем на сюда. Выход. Ну и вот наш выход к лодке. Берем лодку, плывем дальше. Зелененько светится, прям такой, как будто плывет что-то. Так, это мы вообще круг дали, смотрите. Он там змей лежит, он, видите, гигантский. Точнее, не просто гигантский, сверхгигантский. Озеро 9. Озеро 9. К некоторым подвигам мы еще даже не готовы. У нас не хватает мощи. Так, смотрите-ка. Вот куда мы тут еще попали? Зелененький. Хочешь здесь высадиться? Попробуем, давай. Скалы ворона. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзья, что сейчас будет? Так, один есть. Такс. Проверяю мощь. Вот так он накапливает энергию. Тоже проверяю. Это что такое? Ага. Вот так он просто его кидает. Так, смотрите. Вот это тут что за... Что за тело? Тело такое, блин. Встать может. Запросто. Камень какой-то взяли. Интересно. Смотрите, блин. Крабы. Ой-ой-ой-ой-ой, я думаю, он встанет. Вот этот вот здоровяк. Сейчас мы прочтем руны, блин. Он тут точно подымется. Так, а нам как раз так, там, ну чё? Вроде это последнее. Можно ведь, смотрите, да? Какой. Да. Мрачный.
Так, брать пока не буду я тогда. Хотя нужно. Ярости у нас нету. Ладно, читай. Встанет так встанет, посмотрим. Квейкья. Получится отсюда свалить-то на лодке, если что. Впереди враг! Ой, что за фигня, смотрите! Это что? Это кто? Давайте! Давайте! Прости, не могу. Красиво! Ой, че ж твою мать! Ты откуда взялся такой? Еще раз. Топор не годится? Есть. Так. Нам нужно поговорить. Так, так, так. Еще один дух, которому что-то надо. Говори. Так неожиданно. Блин, не встал здоровый. Че там? В чем дело? Я пришел сюда с торговцами, спасаясь от запустения. Mm. Откуда мне было знать, что здесь оно еще хуже? Мы не можем исправить твои ошибки, дух. Знаю. Но я опасаюсь за капитана и команду. Думаю, они все еще под водой. Вы найдете их. Постараемся. А ты можешь что-то предложить нам взамен? Я... Мне нечего вам дать. Ну... я не знаю. А! Перед смертью на мне была фамильная драгоценность. Найди команду, и я отдам ее тебе. Ладно. Спасибо. Ладно, это что такое? Уже лучше. Легендарный предмет. Почему вы с мамой не говорили мне про запустение? Ё-моё. За твою мать я ничего не скажу. Но меня это не волнует. И тебя не должно. Такс. Такс, такс, такс. Смотрите, как у нас красочно. Это здесь нам надо. Еще нам надо сюда вернуться. По навыкам у нас, смотрите. Так, давайте-ка пробежимся. Это что у нас? Так, точный бросок топора в голову. Место врага нажмите, ага. Так, уязвимое. Щит. Щит, щит, щит. Смотрите как, ну-ка здесь что делать. Ну, блин, неплохо. Плохо, смотрите, как, а. Щит нам все-таки нужен. Давайте, я беру. По-любому. Здесь. Рукопашная. Блин, нам и рукопашная нужна, потому что иногда мы даже в рукопашную идем. Так, по стрелам, пока миссия, наверное. Я, наверное, пропущу этот момент. Так, здесь. Крученый. Тут-то. Даже не знаю, блин. Так, этот взять. Или вот этот. Ладно, берем вот этот. Все, вроде пока. По броне. По броне пока оставляем как есть. Тебя не волнует то, что все вокруг умирает? Волнует? Наша цель — подняться на вершину. Да ну, тогда что мы делаем на этих островах? Мы собираем то, что позволяет улучшить снаряжение. Смотрите. И уходим с пути только для того, чтобы подготовиться к завтрашнему дню. Только сейчас увидел, если честно. Можно заодно мир посмотреть.
Опа, 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 вот она. Ё-моё, недолёт. Поближе, поближе, поближе. Так, а ты можешь попасть в него? Место! Нифига. Ёшкин ты, Маташкин. А если повыше взять? Есть! Смотрите, попал. Попал я в нее, блин, все-таки. Так, ладно. Иди сюда, залазь. Спустишь мне цепь. Сейчас он цепь спустит нам. Полезем. Скидывай. Замечательно. Такс. Печать. Интересная такая маска. Еще один фрагмент шифра. Посмотрим, что с ним можно сделать. Награда. Ну, пока мисс вроде бы все. Тут еще можно подплыть с этой стороны, да? Вон там проход. Как-то отсюда получается, что-то я там вижу. Отсюда, сюда. И как-то туда. Вода ушла, видите, рыба даже лежит. Ну все, отплываем. Великан, блин, с головой разрубленной что-то там. Ну не знаю, может встать. Не удивлюсь, если он подымется. Так, дополнительные задания мы, в принципе, посмотрели здесь. Так, а вокруг получится отплыть вот здесь? Интересно. Я что-то вижу наверху. А сейчас, погоди. Получаем, да, отсюда. Или мы тут уже были? Нет, мы тут были. Здесь мы были, нет, это не то. Здесь, по идее, или вода еще меньше будет, или наоборот больше. Сюда как нам припарковаться? В данной ситуации никак. Озеро 9. Я понял, что это озеро 9. Ладно, плывем дальше. Блин, а там я не мог подняться, потому что я вот на вот эту не посмотрел историю. Так, что здесь получается, нет? А, она сверху там. Да нифига. Сюда никак. Под мостом проплывем. Вон, 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 смотрите, смотрите. Еще зелененькая птичка. Она где летит? Да, вон летит. Я в нее попасть не смогу. Что у него в руках? Мировой змей? Маловат.
Да, но может Тор просто такой большой? Это вряд ли. Так, тут уже везде был. Потом, ладно, начнем сейчас тогда сюда. Здесь точно что-то будет. Это прям. Когда это все построили? Очень-очень давно. Так, пройдем сюда. Это что у нас? Так, не помогло. Ну-ка. Нет, так не пойдет. Да. Я понял. Получится пройти? Тоже не получится. Тоже фигня какая-то. Вот, короче, чего-то не хватает все равно. Чего-то нам не хватает. Чего конкретно, я не знаю. Скорее всего, способностей каких-то. Это дорога к горе? Похоже на то. Да это же бородатый верзила и мелкий прыщ. Сейчас я вас порадую. Брок? Брок и здесь уже. Но как ты... Не твое дело, мелочь. Заходите, я тут вам припас кое-чего. И не вздумайте зариться на мою берлогу. Я первый нашел. Ну, ладно. Фига он, блин, шустрый. Как думаешь, что ему нужно? Поиграть на нервах. Когда пойдет молва о моей новой лавке, ко мне наконец хлынет народ. Лавка Брока здесь, нифига себе. Они будут лавтяне друг друга расталкивать, чтобы глянуть на товары. Увидите. Пойду посмотрю, что за товары у него. Сейчас глянем. Ну, крутая у него лавка-то. Лови! Это что такое? Вот куча камней. Этим ключом Игдрасиля можно открыть волшебную дверь между ветвями мирового древа. Опа. Срезать путь между мирами. Если видишь, где такую дверь, можно быстро до меня добраться. Работает в один конец. Только сюда и никуда больше. И что бы ни случилось, никогда, ни за что, никогда, ни за что, когда... Если жизнь и рассудок тебе дороги, не сходи с тропы. Нет, этого нам точно не надо. Ага. Так, взяли какой-то переходник. Другое дело. Да это я понял, это я все понял. А для сынка? Для сынка, блин. Можно улучшить пояс, защита, сила. Так, что, ускорение восстановления стрел когтя? Ну давайте, по-любому он помогает. По-любому он помогает, блин, нам. Не будем брать. Здесь тоже фигня какая-то. Ищешь чего, пацан? Пацана, броня пока знаешь, тоже. Знаешь, чего хочешь? Еще раз пробегусь. Коготь. Выбирай, у нас нет. Парень. Так, броня в руках. Хватает. Набедренная. Ну давайте хоть так, блин. Что еще делать остается? О, смотрите-ка, можно улучшить. Зашибись. Улучшаем. Отлично.
Так, ну вроде все. Вроде бы, блин, все, коготь. Чего нужно? Когтя мы улучшить не можем. Чего нужно, да? Ну, все, друзья, прикупили мы у него здесь все. Можно отправляться дальше. Тут интересный момент такой. Надеюсь, мы сейчас не зайдем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, как интересно. Короче, это можно перемещаться из одной точки в другую. Смотрите, как. Так, а как это работает? Интересно. Так, ладно, пока не будем ничего делать. Пока мы все проверили только. Да. Ну все, выходим. Так, секунду. По карте у нас. Что у нас по карте показывает? Так, параметры нам не нужны. Цели. Карта. Так, карта. Башня. Ладно. Пошли. Ну, нам прямо. Так, тут вот есть, смотрите. А, это мы. Погодите, а мы откуда пришли? С той стороны или с этой? А, вон наша лодка. Значит, пришли оттуда. А, тут тоже лодка. О, вот это находка. Угу. Интересно. Так. Сюда сбегали, ну-ка сюда давайте. Пробежимся. Да. Два входа получается. Нет, точно. Так, понятно. Идем сюда. Идем вроде бы сюда, да? Сейчас кто-нибудь, блин, вылезет. Будет великая драка, блин, 100%. То смотрите, надо крутануть, да? Или что это такое? Положить что-то надо. Ага, нет, крутить это. Так, это где мы? Что это такое? О, это рок. Смотрите, это рок какой-то, блин. Сейчас мне в него как дунем, да? Давайте. А это что? Рок. Вот отверстие. Подуем в него? Не знаю, что случится. Обычно мы нажимаем все кнопки и дергаем за все рычаги. Только там, где результат предсказуем. Тут другое дело. Надо бы поработать над твоим чутьем. Так, не будем пока двигать, ладно? То сейчас дунем действительно, блин. Смотрите-ка. Так, артерей обрел
уверенно себе. Теперь он будет поддерживать Кракоса в бою. Понятно, проведя физические атаки. Возможно, так его способности можно улучшить навыков. Давайте я посмотрю. Можно, нельзя. Давайте, давайте. Сделаем это. Я рядом. Ох ты, ништяк. Пока нет. Так, хорошо. Готов, жду приказа. Сейчас, подожди. Давай-ка. Место! Если повезет, эта башня приведет нас к горе. Так, понял. Я готов. Иду. Пока мисс иду. Блин, брать не буду я пока. Или взять, или не брать. Блин, все нужно. Кусочек, кусочек. Кусочки, блин. Так, смотрите, вон она летает. Сейчас мы попробуем запульнуть. Да фигушки там. Как? Никак. Но попытаться надо. Блин, как же его завалить-то этого? Уж не просто так. Блин, ну это долго будет, наверное, да? Дождусь-ка его здесь. Да это собакин. Еще выше, что ли? Давай. Нет. Гребаный попугай. Так, ладно, с этим сейчас разберемся. Сундук. Можно сюда спустить. Читать пока не буду. Хочу вот эту птичку завалить сейчас. Собака пролетела. Вот надо вот так нацелиться. Короче, сейчас его завалю, друзья, и продолжим. Есть, друзья, попал я в нее. Ну, блин, с попытки, короче, 20-й, наверное, но попал. Все, начинаем читать. Чемодан еще один сейчас. Давай. Прочти. Квейкья! Ну, попробовать стоило. Угу. Здесь? Здесь пока ничего, да? Эти я тоже не знаю. Но они отличаются от других. Ясно.
Так, здесь у нас что такое? Попробуем вниз. Ага, это у нас спуск. Тоже, смотрите, к лодке, да, получается. Можно спуститься. Так, ладно. Показывает дверь зайти. Давайте зайдем. Потом уже будем тогда перемещаться. Ключ у нас есть. Что это? Следи за ними! Побежали. Я его уложу! Есть. Побежали. Так, взял что-то. Что-то взял. Так, это что? Дверь. Прочти. Я не могу прочитать. Понял. А здесь? Я не могу прочитать. Ясно. Так, ладно. Что, получится пройти? Да, смотрите-ка. А ну-ка, выйдем. Мне вот интересно вот здесь посмотреть. Сейчас я топор заберу. Да, смотрите. Какая-то фигня. Ой-ой-ой, про что я и говорил. И далее, да? Давайте-ка мы топорик зафигачим. Так, проходим. Проходим, берем. Зеленая история, блин. Пошли. Это что такое? Блин, вниз спускаться, не спускаться. Интересно, блин. Че, пойдем вниз? Давай. Какая-то живность пробежала. Так, можно здесь, да, пройти? Ой-ой-ой-ой-ой. Будем драться. Берегись, отец! Окей. Так, есть. Да, точно. Собака. Давай, помогай. Чё это? Скоро мы переведём руны Муспельхейма. Так, это что такое? Магическая фигня какая-то. Блин, я пока ничего не могу с ней сделать. Этой магической историей. Смотрите. Блин. Ладно, уходим пока. Сюда залезем, посмотрим, что здесь. Не, это мы.
Это мы, короче, вернулись. Все, я понял. Пошли наверх сюда. Что это было? Воняло ужасно. Твоя мать называла такой нитшест. Мерзкое колдовство. Это она научила меня, как с ними справляться. Что? Неужто она и правда тебя чему-то учила? Да. Вот что это вот там вот синенькое, блин, ничего не там не смог взять. Пойдем сюда, посмотрим. Надеюсь, не зря мы зайдем сюда. Предгорье области, да. Ого. Карта обновлена. Какой здесь туман. Блин, куда-то зашли мы. Еще гном. Может, нам... Нет, он нам не нужен. Я очень извиняюсь. Откуда у тебя этот топор? Это тебя не касается. Да, и я с этим не спорю, но... Я его знаю. Это один из наших, и его не для тебя ковали. Прочь с дороги. Я не могу. Та, для кого мы его сделали, была мне очень дорога. И я буду несколько рассержен, если окажется, что ты с ней что-то сделал. Это мамин топор. Она отдала его отцу перед смертью. Так вот. Фэй умерла. Это очень печальные вести. Хорошая была женщина. И храбрый воин. Ладно. Я улучшу топор для тебя. Ну, давай улучшим. Тебя никто не просит. Ну, верно, но... Можешь мне поверить, твоя мать попросила бы меня исправить тот ужас, который сотворил с ее топором мой брат. Я знал, ты брат Брока. Вот половина клейма. Так синий твой брат? Да, но из нас двоих талантлив я. Не вру, клянусь Фрей. Ты можешь что-то добавить, но убирать ничего не смей. Ага, но ты не мог бы положить его вон туда? Рукоять Нет. такая грязная. Ну что ж, ладно, тогда я просто... Это что, кровь? О. Над чем ты работал? А, это? Я зову его Небоход. Там на горе скрыты целые залежи редких материалов. Добыть можно, только потом надо их как-то спустить. Ты знаешь, как это сделать? Да пока что не очень. И что он сделал? Правда сделал его для мамы? О, этот топор я где хочешь узнать. Тише ты налево, и чё ты? Одно из лучших наших творений. Усилен воплями 20 ледяных троллей. Или 21. А почему маме? Откуда ты ее знал? Она сама нас нашла. Твоя мама была... Так, волшебный камень. Она хотела... Оживляющий Кракоса. А нам захотелось дать ей силу. Потому что она стремилась к добру. Один камень восстановления, да? Язык. Она говорила. Мазу. Давайте возьмем. Генгур Айн. Точно, впечатляет. А ты в нее пошел, по глазам видно. Да. Понятно, ладно. Спасибо, сэр. Нет, трогай меня. Что? Я не трогал, ты что? Я потом зайду. Секс.
Так, создали талисман. Что теперь? Что теперь? Так, здесь мы прошли. Пойдемте посмотрим, что тут еще. Блин, надо нам. Полная, да? Больше пока не нужно ничего. Нет, брать пока не будем. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай-ка. Я не готов. Я же только что почистил. Есть. Я уже готов. Готовая, зараза. Да ему пофигу он там. Следи за ними! Подожди! Берем. Так, пойдет. Смотрите, как нормально. Так, что там такое? Так, так, что это было? Блин, кто-то там еще где-то. А, вон он. Далеке где-то был. Так, по броне у нас. Что здесь по броне? Сейчас посмотрим. Талисман. Так. Для применения нажмите прилив здоровья. Создание, так, барьера. Несколько секунд при ухудшении здоровья Кракоса до критического урона. Даже не знаю. Сейчас я посмотрю, подождите. Я поставили мы здесь вот такую вот функцию. Прилив здоровья, блин. Вот эта функция хорошая. Так, ну-ка, я хочу вернуться к нему. Не ходи, где попало. С тех пор, как ушли все люди, никого хорошего не осталось. Угу. Не люблю обобщать, но обычно местные пытаются тебя убить. Ага. Так, друзья, выбрали талисманы. Все, можем отсюда уходить пока дальше. Ходить, говорит, не рекомендуется здесь, да? Так, еще кто-то. Блин, где они? Откуда он фигачит? А, вон он. Есть. Возьму-ка. Так, пройду сюда, посмотрю, что здесь у нас. Так, а как сюда пройти? Это нам надо попасть сюда. Да. Все гномы странные, как Брок и Синдри. Нет. Почему они не могут поладить? Они же родня. Нас это не касается, сын. Просмотр. Так. Восстановление, ладно, пока не будем брать ничего. Ладно.
пойдет. Забираем. Все, идем дальше. Вот эти вот, интересно, что за руны такие. Ага, хитрый ход. Открывание, наверное, чего-то 100 за 200 там. Ладно, давайте двигать дальше. Белки. Здесь жизнь. Ха-ха-ха, блин. Так, понятно. Значит, одна руна. Давайте. Какую делаем тогда? Одна есть. Следующая. Сейчас гляну. Так, или так, или так. Понятно. Давай. Исчезла? Ни хрена не исчезла. А какая там тогда есть еще? Ну-ка. Ага. Давайте посмотрим. Вот так. Есть, по-моему. Сейчас гляну. Да. Еще осталось типа В. А где она сама находится, интересно? Давайте сюда сбегаем. Так, это что? Тоже трупешник. Так, залазить пока не буду. Чемодан. Странно, а где еще одна? Посмотри наверх. Сейчас иду. Не знаю. Мы приближаемся к горе? Да. Блин, погоди, давай откроем все-таки чемодан. Так, один открыли. Здесь открыли. Осталось только одно нам открыть. Заперто. Второй у нас был здесь. А где третий? А, третий вон, да? Ладно, просмотрю. Вот он, по-моему, символ. Иду смотреть. Блин, в обратную сторону, да, получается? Давайте сбегаем еще раз. Теперь можно идти. Так, сюда пройдем, давайте. Не торопясь в эту сторону. Так, это у нас денежки.
Осторожно! Я еще не починил! Проклятый привод! Да что с ним не так? Чё ты орёшь, блин, там, а? Смотрите. Сюда никак? Сюда никак. Отсюда можно будет, наверное, спуститься потом. Блин, сюда я пока не могу зайти. Смотрите, красные камни. Так, зараза, что с ним делать? Должен быть инструмент получше. Собака такая, а? Да чё, я открыть хотел? А тут, видите, не откроешь никак. Ладно. Пошли. Придём, наверное, позже сюда. Хотя ведёт нас вот сюда наверх. Хорошо, пойдемте посмотрим. Где у нас собака? Опа, наручники какие-то, да? Проклятие. Просмотреть. Так. Блин, вообще, короче, стрёмненькие. Ладно. Пока мисс брать не будем, одевать их. Чё там ещё у нас? Сейчас битва будет. Вот эти вот специально, наверное, сделаны, блин, чтобы не могли пройти. Стреляй в меня. Пока нет.
Ох ты, собака. Я убью ее, только скажи. Давай. Давай. Не могу. Стреляй в нее. Я готов. Собака. Место! Прости, я не готов. Давай еще чуть-чуть. Есть. Есть. Что скажешь? Ублюдина, блин. Давай, соберись. Еле завалили собаку эту. Так, что у нас тут? Пока ничего нету. Здесь. Требует какой-то ключ. Как я понял, да? Требуется ключ. Есть проход сюда, есть проход сюда. Давайте начнем тогда отсюда проходить. Сюда. Непонятно куда. Но двинем пока мы, наверное, сюда, в эту сторону. Да, смотрите. Так просто мы не откроем. Зеркало. Хорошо. Так что я думаю, что нам еще придется сюда везде вернуться. Поэтому он нам дал вот этот магический шар. С помощью этого шара... С помощью этого шара мы можем потом будем перемещаться из точки в точку. Так, а здесь что? Собака, блин. Ладно, взял. Залазим. Может, на последнем этапе подъема я понесу ее? Я сказал нет. Но все равно мне она дороже, чем тебе. Что? Просто я провел с ней больше времени. Ёшкин Башкин, смотрите. Будет лучше, если ты помолчишь. Это кто? Есть. Ни хрена себе. Давайте. О! Стреляй в него. Место! Пока нет. Так. Есть. Еще раз. Помогай. Есть. Готовы, зараза. Так. Возвращаю топорик. Это новость была, блин. Волки гигантские, блин. Так, так, хорошо. Жизнь пока не буду брать эту. Хотя можно и брать, наверное, я не знаю. И серебро дают, и это непонятно, вроде зелененькое. Надо поэтому.
Стоять. Потом мы сейчас взорвемся. Так, смотрите. Интересное ущелье, блин. Что, попробовать взорвать? Да, проход. Сейчас сделаем мы, по-моему, здесь себе. А вот эту. О! Проходик мы сделали. Так, эти две оставляем на всякий случай. Вдруг кто вылезет, сейчас будем биться. Там что у нас? Пройти как туда? Хорошо, будем сюда идти. Блин, интересно, надо взрывать, не надо? Туда пройти у нас получится вообще? Наверное, нет. Ладно, не буду испытывать, короче, судьбу пока. Так, посмотреть, это что у нас? Ага. Восстановление 8. Понял. Так, а тут у нас... Нифига. А как тогда? Типа так. Да, понятно, одну взорвать надо было, да? Ну, вторая не сгорела. Интересно. Так, просмотрим. Ух ты ж, смотрите, бросочек какой. Да, так, у нас получается вот этот есть удар. Ослепляет их. Есть вот этот удар мечом, да, вот так он их. А есть... Блин, тут мощный, конечно. Ладно, пока не будем ничего ставить, оставляем как есть. Оставляем как есть. Сюда нельзя пройти, да? Ладно. Идем наверх. Туда не пройти. Так, что, убираем? Камешек такой нехилый. Сейчас что-нибудь вылезет. Вот, вот, вот. Я про этого ублюдка и говорил. Смотрите. Кто это такой за обезьяна, блин? Отпусти его! Что это такое, блин? Смотрите, что за фигня, блин? Это мощный какой-то кирком. Молодец. Вот это, да, красиво он. Все, забил он эту заразу? Нет, еще кто-то? Отец? Кто-то еще там, смотрите. Ё-моё. Что делать? Живой, смотрите. Ёшкин Маташкин. Ай-яй-яй-яй, отпрыгивай, отпрыгивай. Готов. Я тоже. Есть. Побежали. Побежали. Ублюдок.
побежали. Все, я понял. Ухожу, ухожу, ухожу. Побежал я. Побежал я. Надо его сюда как-то. Так, побежала сюда. Эй, собака, убежал. Побежали. Стреляй в него. Я понял, сейчас. Побежали. В него стреляй. Блин, существо, блин. Следи за ними. Давай. Я готов. Так, убегаем. Подбегай. Давай-ка. Бегай, чего. Есть. Рви его. Есть. Да. Есть. Смотрите ему нафиг. Зарубил его нафиг. Собираем. Так, окей. Так, легендарный прием. Материал. Хорошо. Неплохо. Есть. Эй, хрен с ним. Так, еще где? Смотрю. Так. Ну так мы его зарубили. Так, восстановление здоровья нам надо. А что, не понял, не делается что ли? Или восстановление, когда уже здоровья мало? Так, ладно, сейчас зайду сюда. Что у нас тут имеется? Так, можно купить. Давайте купим. Броня у нас. Так, на паузу ставлю пока. Итак, друзья, ничего не стал ставить. Все, смотрите, этого победили мы, здорового обезьянина. Значит, все, с этого момента мы сейчас здесь сохраняемся. И в следующей серии... Ага, вот секундочку, забыл ведерочко. Есть, есть, давайте-ка. Подымем-ка. И все, с этого момента сохраняюсь. В следующей серии уже отсюда пойдем дальше. Все, всем пока, подписываемся, ставим лайк.